Ученые предрекли США и Европе ледяной апокалипсис. Как пишет газета Daily Mail, Гольфстрим, океанское течение, которое несет тепло в Европу и Северную Америку, вот-вот остановится. Напомню, что в прошлом году ученые из университета в Копенгагене предупреждали о том, что течение может остановиться уже в 2025 году. В доказательство своих слов специалисты отмечали, что с 2015 года скорость Гольфстрима уменьшилась на 15% и продолжает снижаться. Елена Балаева внимательно изучила доводы ученых. Пожары и 40-градусная жара на побережье Средиземного моря и одновременный холод посреди лета в Северной Европе – это еще цветочки, ягодки впереди, если Гольфстрим исчезнет. Очередной тревожный прогноз появился на днях в журнале Science Advances. С ним выступили голландские исследователи из Университета Утрехта и примкнули таким образом к многочисленным пессимистам, которые доказывают, что Гольфстрим, океанское течение, несущее тепло в Европу и Северную Америку, действительно замедляется и вот-вот вообще остановится. Примерно так же можно трактовать исследования ученых из Университета Копенгагена, которые провели многолетний анализ поведения теплого течения в Атлантике и попытались предположить, как оно поведет себя в ближайшие годы. Поводов для оптимизма не так и много. Похоже, система Гольфстрима может начать разрушаться уже в 2025 году. Если быть точнее, то ученые говорят о временном промежутке с 2025 года до 2095. При этом наиболее вероятная дата – это середина столетия, 2050 год, если уровень выбросов углеродов в атмосферу останется на том же уровне, на каком он существует сейчас. По-научному всю систему течения называют Атлантической меридиональной оборотной циркуляцией. Система циркуляции переносит теплую воду Атлантики на север, где она охлаждается и погружается, обеспечивая течение океана. Однако приток пресной воды из ускоряющегося таяния ледяного покрова Гренландии и других источников все больше душит течение. Ученым известно, что Гольфстрим уже разрушался, потом возобновлялся, и так несколько раз, десятки тысяч лет назад. И тогда это приводило к ледниковому периоду. Уже известно, что из-за глобального потепления система находится в своем самом слабом состоянии за последние 1500 лет. И исследователи заметили признаки приближения к так называемой точке невозврата. Причем случилось это еще в 2021 году. Но это тогда новость, конечно, затерялась среди мировых новостей о бушевавшей пандемии коронавируса. И на нее просто не обратили внимания. Человечеству было не до того. Вот теперь серьезные ученые говорят, человечеству следует обеспокоиться. Разрушение циркуляции приведет к катастрофическим последствиям по всему миру. Например, Индия, Южная Америка и Западная Африка останутся без дождей. Значит, там не смогут выращивать зерно, и возникнут перебои с питанием. В Европе начнутся штормы, и серьезно снизится температура воздуха. Это тоже очень плохо скажется на урожайности. Восточное побережье Северной Америки просто затопит повышающимся уровнем океана. Кроме того, это угрожает амазонскому лесу и ледникам Антарктики. Правда, нашлись ученые, которые сомневаются в точности временных промежутков, названных в исследовании как дата остановки Гольфстрима. Они говорят, предположение о том, когда будет пройдена точка невозврата, пока очень несерьезно обоснованно. Кроме того, неопределенности в основных данных слишком велики для надежной оценки времени наступления катастрофы. Предыдущие исследования приходили к выводу, что в этом столетии остановки Гольфстрима не произойдет. Но сейчас ученые говорят, они получили новые данные, их исследования масштабнее. Но в любом случае абсолютно все исследователи утверждают, перспектива остановки Гольфстрима должна напугать всех. Это будет настоящей катастрофой для планеты. Так что люди, от которых зависит решение по сокращению выбросов углерода, должны действовать решительнее и быстрее. А вот в американском агентстве НАСА нового ледникового периода вообще не ждут. Там полагают, что глобальное потепление окажется в итоге сильнее, чем охлаждение Гольфстрима. И средняя температура на Земле все равно повысится. Елена Балаева, Вести ФМ, Лондон. Обществу необходимо объяснить, как так называемый «зеленый переход» Евросоюза скажется на пищевых привычках людей и кто в конечном счете будет за него платить. Об этом заявил глава Европейского агентства по пищевой безопасности Бернард Уртл. Он убежден, что на данный момент в силу деликатности этой темы европейские политики скрывают правду от населения. На связи со студией наш европейский корреспондент Регина Севастьянова. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Неужели нет никакой информации о ценах стоимости зеленого перехода для европейцев?
Ну, о практической стороне этого вопроса, на самом деле, действительно нет такой информации. Никто не может вам сказать, сколько будет стоить хлеб или картошка послезавтра, тем более, что цены постоянно растут, и все это происходит, конечно же, на фоне фермерских протестов, собственно, на фоне вот этого всего вместе взятого. Вернер Турл, который покидает свой пост после 10-летней работы в середине мая, решил дать достаточно откровенное интервью, отвечая на вопросы журналистов Euroactive. Он заявил, что европейцам придется научиться питаться иначе в связи с зеленым переходом Евросоюза. И это, конечно же, ударит по их кошельку. Но политики, утверждают Урл, боятся говорить об этом прямо, опасаясь слишком бурной реакции общества. Об этом не говорит ни один политик, заявил Урл. Между тем, для достижения устойчивого перехода продовольственной системы нам придется научиться питаться иначе. Есть и второй нюанс. Если мы хотим более высоких экологических стандартов в Европе, меньше химикатов, лучшей заботы о животных, кому-то придется за все это заплатить. И о первой проблеме, по мнению чиновника, политики даже не заикаются, чтобы не получить в ответ такое традиционное: теперь они мне еще будут указывать, что должно лежать на моей тарелке. В конце концов, за процессом принятия пищи, утверждает он, традиции. И это, помимо всего прочего, весьма эмоциональный процесс. Люди хотят не просто наесться, они хотят соблюсти традиции, которые соблюдали их предки, которые им привычны, и это для них является важным, в общем-то. Действительно, сейчас, например, в средствах массовой информации Бельгии появились результаты исследований, согласно которым в той же самой Бельгии, где мы находимся, несмотря на действительно серьезные усилия лоббистов и правительства, люди едят ровно столько же мяса и рыбы, сколько они ели 10 лет назад. Хотя, например, здесь существует новая практика, согласно которой, например, на фестивалях, на каких-то уличных мероприятиях определенный процент предлагаемой еды должен быть обязательно вегетарианским. Между тем, сторону потребителя необходимо выслушать, говорит Урл, тем более, что в конечном счете именно потребителю придется заплатить. Процитирую. Люди скажут, что цены на еду и так уже слишком высокие из-за инфляции. Однако, надо четко осознавать, еще больше платить придется либо конечному потребителю непосредственно в магазине, либо через налоги. И третьего пути не дано, говорит он. В частности, конечно, он считает, что новый диалог, который инициирован Еврокомиссией с фермерами, с потребителями фермерских продуктов, может в какой-то степени услышать вот эту самую сторону потребителя. Например, он говорит о том, что можно было бы лучше узнать о традициях, о привычках, от которых европейцы ни в коем случае не готовы отказаться. Тем более, что, как, например, утверждают средства массовой информации, общество поддерживает сельхозпроизводителей, сочувствует им, но, показывают, опять же, опросы общественного мнения, на данный момент фермерские продукты частенько просто слишком дороги для того, чтобы пойти в магазин и купить их. Поэтому люди отдают больше денег за импортную продукцию, порой даже более низкого качества. И, как утверждают специалисты на страницах средств массовой информации, например, Джозеф Глаубер, который является старшим научным сотрудником Международного исследовательского института продовольственной политики, такие вещи, как затраты на электроэнергию, более высокая заработная плата за рабочую силу, слишком сильно влияют на каждый этап пищевой промышленности, вплоть до розничных полок. Фермеры продолжают протестовать на данный момент, и вот даже сегодня, в частности, продолжается диалог здесь, в Бельгии, между правительством и представителями фермерского сектора после того, как они накануне заблокировали крупнейший в Европе порт Антверпена. Во Франции опять вывалили кучу навоза перед зданием банка. Кроме того, образовалась очень длинная, почти 20-километровая очередь на границе с Украиной, где, опять же, из-за протестов фермеров перед пунктом пропуска Дорохузский Гадин, это границы Польши и Украины, большегрузные автомобили стоят прямо на проезжей части дороги, ведущей в сторону украинской границы, движение затруднено. Вся эта ситуация нарастает как снежный ком. И прежде чем принимать какие-то решения о новых субсидиях или наоборот отказать фермеров в этих субсидиях, эксперты, и в частности те, на которых я ссылалась в средства массовой информации, убеждены, что должен быть действительно проведен полноценный диалог между теми, кто приходит в магазин и покупает этот продукт, и между теми, кто его сейчас пытается производить, невзирая на инфляцию и слишком высокие цены на электроэнергию. Александр. Спасибо. Наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
Роскачество выдало первые зеленые сертификаты производителям овощей. Так это отмечают продукты с улучшенными характеристиками, без ГМО, со сниженным использованием пестицидов и других потенциально вредных веществ. В отличие от органической продукции, при производстве зеленой допускается использование минеральных удобрений и агрохимии, но они должны соответствовать ГОСТам. При этом и по цене такая продукция должна быть доступнее. По словам экспертов, требованиям должна отвечать большая часть тепличных овощей. Но пока выдано всего 2 зеленых сертификата. На упаковке таких овощей будет присутствовать государственный знак «Зеленый эталон». На связи со студией заместитель директора Департамента проектов устойчивого развития Роскачества Владимир Увайдов. Владимир Максимович, здравствуйте. Добрый день, Александр. Вообще хотел бы начать с того, что из себя представляет зеленый эталон, что это такое. В 2019 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был создан государственный отечественный бренд экологически чистой зеленой продукции. 1 марта 2022 года вступил в силу федеральный закон 159. Были разработаны стандарты сначала на зеленые минеральные удобрения, затем на зеленые овощи. Была утверждена также государственная маркировка и создан единый реестр, который ведет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Сертификатов на зеленые минеральные удобрения было выдано более 20, а вот действительно два первых на зеленые овощи, о которых вы сказали, были выданы на той неделе на выставке «Россия». Тема для производителей крайне сейчас интересна. Роскачество получило уже более 30 заявок на сертификацию. Но кто же сможет получить такой знак, кто сможет сертифицироваться на соответствие зеленым требованиям, смогут получить те производители овощей, которые соответствуют требованиям отечественного стандарта 70575. Это тот стандарт, который содержит требования к выращиванию таких зеленых овощей. Действительно, как вы сказали, в отличие от органической продукции, зеленой продукции допускается применение минеральных удобрений, но по-прежнему под запрет попадают пестициды, генномодифицированные организмы и ионизирующие излучения. И также для зеленой продукции, в отличие от той же органической, допускается гидропонный метод выращивания продукции. И только те производители, которые прошли сложную двухстороннюю процедуру сертификации, получают право называть продукцию зеленой и получить право на использование соответствующего знака. Если мы говорим про стоимость, то тут все зависит от добросовестности того или иного производителя. Если мы возьмем, например, органическую продукцию, о которой говорили ранее, то справедливая наценка на такую продукцию по сравнению с традиционной составляет около 30-40%. Но часть производителей действительно продают органическую продукцию без такой наценки, иногда даже работая немножко в минус. Чем это связано? Это связано с тем, что культура потребления экологически чистой продукции в Российской Федерации пока на стадии становления. Не все отличают, где действительно органический продукт, где зеленый, а где маркетинговая уловка. Но есть те, кто и успешно продает свою продукцию с наценкой и 50%, и 100%, и получает за это дополнительную прибыль. Рынок зеленой продукции, он моложе, чем органический. И по мнению Роскачества, справедливая наценка будет составлять где-то 5-10%, так как в отличие от той же органической продукции допустимо применение минеральных удобрений. Насколько трудно получить этот сертификат? Почему пока только две компании смогли это сделать? Две компании смогли это сделать, потому что у нас стандарт вступил в силу не так давно. Заявок более 30, я думаю, что до конца года не менее 15 компаний пройдут такую сертификацию. Насколько это трудно, это лучше, конечно, спросить у производителей. Они в обязательном порядке должны проходить два этапа сертификации. Обязательно проверяет орган, аккредитованный орган по сертификации документы. Обязательно выезжает эксперт органа по сертификации. Обязательно проводится лабораторное исследование на содержание тяжелых металлов, на содержание пестицидов. И везде должна быть цифра 0, не обнаружена.
Скажите, а единожды получив этот сертификат, нужно потом каким-то образом проверять качество продукции, подтверждать его? Да, сертификат выдается на 3 года, и каждый год предусмотрен обязательно плановый инспекционный контроль. И также по решению органа по сертификату может быть проведен неплановый инспекционный контроль. И все те действия, которые присутствуют во время сертификации, присутствуют также во время планового и непланового инспекционного контроля в виде проверки документов и в виде выезда с проведением лабораторных исследований. Владимир Максимович, а вы можете объяснить нашим слушателям, что они получат, переплатив вот эти 5-10%, в чем их выгода, но не в денежном выражении, а, может быть, выгода для здоровья? Смотрите, в любом случае, вот такой сертификат, он наряду с органическим сертификатом, наряду с российским знаком качества, он подтверждает, что в продукции, во-первых, нету ни пестицидов, ни остаточных следов пестицидов, и что продукция прошла действительно строгий контроль, строгую процедуру проверки в аккредитованном органе. Что касается здоровья, то тут действительно проводилось много исследований. Исследования проводились не только в России, но и в мире. Если мы говорим про органическую продукцию, то тут рынок уже достаточно давно сформирован, уже более 100 лет этому направлению, это направление развивается, существует. И огромное количество исследований, в том числе по влиянию органической продукции на организм, было проведено. Но что касается зеленой продукции, то Российская Федерация вот одна из первых, кто такую сертификацию внедрила. И пока вот, ну, исследования же, они проводятся долго, там не так все быстро. И со временем, я думаю, что будут и в нашей стране исследования по зеленой продукции. По органической они уже есть, там показывает, ну, на хорошем уровне показывает вот именно те преимущества органической продукции, о которых мы с вами говорим, о которых говорят во всем мире. Вот, но по зеленой продукции такие исследования, конечно, только будут проводиться в будущем. Вот, но то, что там не содержится ни пестицидов, ни минимальное количество тяжелых металлов, это, конечно, все проверяется и утверждается органом по сертификации. Спасибо. На связи со студией был заместитель директора Департамента проектов устойчивого развития Роскачества Владимир Увайдов. К новому курортному сезону сочинские пляжи станут звездными. Региональные власти решили запустить систему классификации, подобную той, по которой оцениваются отели и гостиницы. Что это должно дать отдыхающим и как к перспективе относятся организаторы пляжного отдыха, расскажет Ярослав Лукашов. Присваивать сочинским пляжам звезды качества региональные власти планируют начать уже в ближайшее время, чтобы к старту сезона отдыхающие получили ориентиры для более осознанного выбора. Пока, правда, даже набор критериев для присвоения того или иного ранга окончательно не сформулирован. Местные чиновники и эксперты по градостроительству склоняются к тому, что оценивать претендентов на 4 или 5 звезд будут по 2 десяткам параметров, среди которых спуск в море, чистота воды, размер гальки, подъезд и парковка, шезлонги, полотенца, наличие туалета и кафе. Представители компаний, управляющих пляжами, к такому списку требований относятся скорее скептически. Опубликованный перечень больше похож на минимальный набор требований к просто благоустроенному пляжу. И им уже соответствуют места отдыха, проходящие ежегодную предсезонную аккредитацию. Введение звездной классификации, по мнению организаторов пляжного отдыха, приведет к тому, что получившие 4 или 5 звезд компании просто задерут ценники, которые и сейчас впечатляют. Попасть на платный сочинский пляж в прошлом сезоне можно было, заплатив минимум 2000 рублей.
Верхняя планка вполне могла достигать 5, 7, а иногда и 10 тысяч. Получив право повесить на входе на пляж звездный набор, его владельцы почти неминуемо поднимут цены, при том, что для отдыхающих не изменится практически ничего. Если вернуться к сравнению с гостиничной классификацией, то чтобы получить 4 и уж тем более 5 звезд, отель должен соответствовать более чем 100 параметрам, а не паре десятков минимальных требований. По мнению представителей курортного бизнеса, для отдыхающих гораздо более полезным было бы небольшое повышение требований к пляжам, работа которых просто разрешена. Чтобы человек, идущий позагорать и покупаться, мог быть уверен, если пляжу разрешили работать, значит он благоустроен, чист, на нем есть шезлонги и полотенца, а также туалет и кафе. Между тем, перед курортным бизнесом в полный рост встает еще одна проблема – серьезная нехватка кадров. Сейчас в турбизнесе занято примерно 1 100 000 человек. По оценкам экспертов, эта цифра должна быть заметно выше – около 1,5 миллионов человек. Масштаб этой задачи далеко выходит за пределы возможностей даже крупного бизнеса, потому ее решением озаботилось государство. И вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработать программу подготовки кадров для федеральных курортов. Учитывая, что речь идет не только о спасателях на пляжах или барменах, которых можно подготовить довольно быстро, но и о медицинском персонале и о топ-менеджерах, программа рассчитана до 2030 года. За это время десятки тысяч человек пройдут обучение от элементарных курсов до высшего образования. И такое пополнение туриндустрии должно позволить полностью удовлетворить непрерывно растущий спрос на внутренний туризм. Ярослав Лукашов, Вести ФМ.